Ну, в общем, час 45, не выше 3000 я прошел. Решил все-таки сходить до пляжика. В общем, получается, вот такие опасные камни на этом озере. Очень удивительное место, конечно. Вообще, Кольский полуостров удивителен. Вот они, смотрите, какие камушки. Нужно крайне быть осторожным. Вот такая вот штука. Камушки прошли. Идем вдоль острова. Тут еще остров. Вон птички плавают. В общем, там река. А мы идем вон туда, к пляжу. Тут надо не спешить. Есть подводные камни. Поэтому нужно быть крайне осторожным. Там река, но мы туда не пойдем, мы пойдем вдоль берега на пляж.